27 и 28 августа 2016 года в Полоцком государственном университете состоялся открытый турнир по сборке кубика Рубика на скорость PSU Open 2016. На чемпионате больше 30 участников приехали из разных городов Белоруссии, России. Чемпионат длится 2 дня, в субботу, воскресенье. Вообще официальных дисциплин 18. От простого кубика Рубика 3 на 3 до сборки кубика 7 на 7. Также кубик Рубика собирают одной рукой, ногами, вслепую. Вот. Также есть некубические головоломки. Соревнования прошли при поддержке первичной организации ООО БРСМ и отдела по воспитательной работе с молодежью университета, Новополоцких городских организаций общественных объединений БРСМ и Белорусский фонд мира. Соревнования были богатыми на рекорды. Установлено 5 национальных рекордов. Приятным сюрпризом для Полоцкого государственного университета стал триумф Владислава Ушакова, студента радиотехнического факультета группы 13ЭС, которому удалось первому из белорусов установить мировой рекорд по сборке кубика на количество ходов. Мировой рекорд я поставил в дисциплине 3 на 3 сборка на количество ходов. То есть эта сборка заключается в том, чтобы привести кубик в собранное состояние за меньшее количество ходов. То есть кто меньше пошел, тот и, собственно, победил. Я нашел решение кубика за 19 ходов, является мировым рекордом на данный момент. Для Беларуси это первый мировой рекорд. Также поставлен еще один мировой рекорд по дисциплине кубик 5 на 5 вслепую. Роман Страхов, город Москва. В целом я доволен чемпионатом. Я поставил мировой рекорд по 5 на 5 вслепую, обновив свой же предыдущий мировой рекорд на несколько десятых секунды. Университет, ну, хороший, помещение хорошее, где проходят соревнования. Вот. Если в Новополоцке будут еще соревнования проводиться в будущем, я обязательно сюда приеду. Поздравляем победителей!